любви в Тобольске проживает более 3000 многодетных семей, в которых воспитывается от 3 до 14 детей. Более 2000 – это семьи, у которых более 3 детей. 500 семей, которые имеют более 4 детей. 213 семей – это семьи, у которых 5 и больше детей. По статистике получается 10% от нашего населения – это те дети, которые воспитываются в этих семьях. Перед нами стоит очень серьезная, важная, ответственная задача провести максимально эффективно, с пользой, этот год семьи в нашем городе. И самое главное – сделать правильные акценты. Наш город во все времена славился традиционными нравственными ценностями. Ведь наша страна всегда стояла и будет стоять именно на этих ценностях. В 2023 году в Тобольске 51 семейная пара удостоена медали «Золотая свадьба» – 50 лет вместе. Среди них чета Загвоздиных. Мы 25 лет прожили. Мне показалось, что вчера свадьба была. В общем, вот, да, действительно, мы прожили 50 лет в любви и согласии. Нужно уважать друг друга, нужно любить друг друга, понимать. Ну и до оскорблений никогда не доходить, чего в нашей семье никогда не было. В Тобольске есть творческие, спортивные, трудовые и предпринимательские династии. Общее любимое дело сплачивает семью, делает ее счастливой. Это те люди, которые родные, близкие, и еще те, которые знают тебя с самого детства. Чтобы родители больше не ссорились никогда. Надо было, чтобы было 3 ребенка, это потому что вот 2 брата и 1 сестра. В городе созданы все условия для семей с детьми. Строятся новые детские сады, площадки, спортивные сооружения. Каждый ребенок имеет возможность выбрать занятия по душе. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.